В Свердловской области стартовал новый экологический проект. По инициативе губернатора Александра Мишарина в поселке Рефтинский сегодня зарыбили местное водохранилище мальками Толстолобика и Белого Амура. За этим процессом наблюдала Алена Кононова. Раз. Свободное плавание. Сегодня отправляется 250 тысяч маленьких толстолобиков и белых амуров. Из своеобразного детского сада их выпускают после взвешивания. Мальки должны набрать вес минимум 20 граммов, чтобы самостоятельно начать новую жизнь в большой воде. Толстолобиков и белых амуров из каждого садка, а их 100 штук, выпускают Рефтинское водохранилище. Правда, перед освобождением рыбу нужно пересчитать. Делается это вручную при помощи обычного значка. А эти толстолобики еще и толстопузики, шутят заводчики. Такими мальки становятся к 6 годам. Но выпущенная сегодня рыба вырастет только до полукилограмма. После выловят, и толстолобики и амуры отправятся на уральские рынки. Кроме того, что данные породы рыб являются мелиораторами, они еще быстро растут в этом водохранилище. И товарной массы они достигают за один сезон. Данная рыба в качестве промвозврата поступит на стол уральцам в виде ценного белкового продукта. В ближайшее время килограмм местного толстолобика обойдется уральцам в 125, белый амур – около 200 рублей. Зарыбление водохранилища поможет не только сэкономить на покупке рыбы. Благодаря крупному экологическому проекту улучшится качество воды. Это именно рыбы, помогающие очищать тепловодные водоемы от растительности. Сами они при этом набирают хороший вес, быстро растут, но размножаются исключительно искусственным путем на Урале. Зарыбление Рефтинского водохранилища позволит увеличить объем вылова на 100 тонн. Правда, и охрану рыбы от браконьеров придется усилить. Алена Кононова, Александр Черных, события ОТВ.